Международный день защиты детей прошел в Омске под девизом «Займись спортом, стань первым». Всероссийская акция с одноименным названием прошла в самом центре города на площади у музыкального театра. Организаторы мероприятия, региональное министерство физической культуры и спорта и департамент города Омска подготовили для участников интересную программу. Спортивные соревнования, аттракционы, показательные выступления клуба собаководства и, конечно же, зарядка. На зарядку выбегайте, хорошенько потянулись. Ножки, ножки потянулись. Начинаем, все готовы, отвечаем. Все готовы. Всероссийская акция «Займись спортом, стань первым» проводится уже не первый год. Цель мероприятия – привлечь внимание подростков и молодежи к ведению здорового образа жизни, к занятиям физической культуры, рассказать о спортивных школах и секциях Омска. Мы пытаемся участвовать в конкурсах. Скорее всего, пойдем завтра купим игрушки, чтобы помочь детям больным. И как бы хочется, чтобы все дети не только в этот день, но и в любой другой были здоровы и счастливы. Прежде всего для поднятия настроения, для сплочения, так сказать. Сегодня на этой площади очень празднично. Мы с большим удовольствием здесь прогулялись. В разгар праздника к мероприятию присоединилась семья прославленных омских спортсменов, неоднократных участников, победителей и призеров Паралимпийских игр. Наталья, Евгений и их сын Илья Гудковы призвали всех заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Мы сейчас вот с Женей поставили напротив своего дома баскетбольные ворота. И просто как бы вот это здорово. Любой велосипед, лыжи, бег – это ну просто классно. Я вот вспоминаю свое детство, я люблю это очень. То есть с улицы не выходила, играла во все игры спортивные и не только. Наш сын занимается всем. Он с нами ездит и на велосипеде, и на лыжах, на коньках. Сейчас учится в баскетбол играть. На мой взгляд, такие акции, они очень необходимы, очень нужны. Вырабатывается у молодого поколения патриотический дух. Мы будущие страны. Yeah.